мисс Самохина, она тебе неправильно все, ну, не так все рассказала. Она, по крайней мере, рассказала, в отличие от тебя. А ты что, по Китаю фанатеешь? Не я, папик. Он у меня китаевед. Кто? Не понял. Кстати, у меня скоро день варенья. Когда? В следующую пятницу. Приглашаю. Да в чем дело-то? Пасть закрой. Еще раз узнаю, что ты Полине какую-то шнегу написал, я тебя на батон намажу. Сколько двоек надо Суворовцеву, чтобы, ну, его на каникулы оставили? Ты что, хочешь сказать, что мне Суворовец пишет? А мы типа не знаем. Сейчас ты мне все подробненько расскажешь, где вы были с Андреем и кто был инициатором. Кстати, вообще, зачем вы поднимали руку? Оценку исправить. Вы ее исправили. В другую сторону. А, так это ваш гараж? А ты не знал. Может, вы влюбились? Никак нет, я не влюбился. Она мне больше не подруга. Лев, Александр Михайлович, вы не могли бы мне помочь? Мне нужна ваша помощь. Вот жизнь пошла. Предприниматели не знают фамилию собственного мэра. Бардак какой-то. А вы что, не смотрели? Улетный фильм. А что там? Там про смерть. Что, ужастик, что ли? Не-а. Короче, слушайте. Там компашка одна на самолете лететь собиралась. А перед вылетом у чувака одного типа видения случилось, что все в этом самолете погибнут. В общем, он психанул и не стал лететь. Ну, еще там с ним пару человек очканули и не полетели. А самолет реально взорвался. Реально. И все, что ли? Не-а. Это только начало. Ну, типа они смерти избежали. Только она их все равно достает. Кто? Кто-кто? Смерть. Один вон Ваня на белевой веревке повесился. Что, сам, что ли? Не сам, она ему шею захлестнула. Кто? Смерть? Сам ты смерть. Веревка. Она сама как бы удлинилась и шею захлестнула. А он подскользнулся и... Кирдык. Нехило. Да, вот так вот. Одного вообще током долбануло. Че, пальцы сами в розетку, что ли? Блин, Трофим, это не кинокомедия. Там провод оголенный был, и лужа воды сама так к нему медленно, медленно... Короче, труп. А чем там заканчивается? Посмотри, узнаешь. Ладно, пацаны, давайте спать. А то сейчас смерть в виде философа придет. Пик, ты че, обделался, что ли? Чего? Ладно, вон, смотрите, как у него трусы раздуло. Сами вы обделались. У нас в деревне, между прочим, кладбище недалеко. Так мы там с пацанами и ночью, и днем. Да ладно, иди, а то убирают тут потом за тобой. Вот козлы, а. Слушай, Печка, ты там поосторожнее, а то мало ли унитаз раскроется и сам тебя туда засосет. Ну, придурки. Помни, Печка, тебя ждет унитаз. А, это вы? Ну да, я. А ты кого ждал? Я испугался, думал. Испугался? Фу. А я, по-твоему, не испугался. И ты еще совсем зеленый. Весна на сердце, каждый день весна. Весь мир твоим законом на перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас герои главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас